сегодня еще понедельник, 24 октября. Я записываю этот видеообзор, ну, практически около вот 10 часов сейчас пробьет, скажем так. Не получилось у меня сегодня утром записать, поэтому я дам краткий обзор на эту неделю предстоящую. Я вас поздравляю с наступившей новой неделей. Да, и желаю вам ураганного профита, всего самого хорошего, лучшего, прекрасного, замечательного. Итак, на экране у нас пара евро-доллар. Это недельный график. Я уже все тут провела трендовые линии. Сейчас буду рассказывать, что, куда и какие ожидания на этой неделе. Переключусь на 4-часовые свечи. А, так, стоп, не на 4-часовые, а еще на... Вот смотрите, какие ожидания у нас по этой паре, по паре евро-доллар. Мы сейчас... Вот сформировался вот такой коридор, все-таки нисходящий, тренд нисходящий, и вполне возможно. Но здесь вот находится уровень относительно даже завтрашнего дня, это будет разворотная линия дня, это на уровне 1.08799. Вот это завтра очень важный такой уровень. Все зависит от него тоже. Оттолкнемся мы, закрепимся выше, значит, возможно, пойдем, чтобы протестировать разворотную линию недели. Вот здесь находится разворотная линия недели на уровне 1.09484. Возможно, пойдем. Но если все-таки закрепиться ниже 1.08799, значит, все-таки имеем все шансы идти вниз. А вниз, я повторюсь, дорога свободна, и мы можем на этой неделе дойти до уровня 1.07348.50, 1.0.74, ну где-то вот здесь. И все зависит от пробоя. Если пробьемся, то мы можем дойти еще ниже, до уровня, сейчас скажу, до уровня 1.06790. Вот где-то так. Потому что, видите, тренд, каналы построились нисходящие. Поэтому все зависит от этого. А если мы закрепимся, я говорю, закрепимся выше 1.08799, вполне возможно, что поднимемся выше к первой цель, скажем, 1.09240, вторая цель 1.09494. Это здесь находится разворотная линия недели. Вот такие ожидания на этой неделе. Ну а в случае, если мы уж дойдем до разворотной линии недели и закрепимся выше, то вот следующая цель — это 1.10228. Вот такие ожидания у нас по паре евро-доллар на эту неделю. Ну а давайте посмотрим завтрашний день, что нам готовит, какие мы можем ожидать, да. Ну, в принципе, вот, смотрите, я повторюсь, что вот здесь будет завтрашняя разворотная линия, все зависит от того, вот пробьемся мы выше и закрепимся, значит, пойдем отрабатывать вот следующую линию канала, это где-то, ну, по нисходящей, пока туда-сюда, 1.09234, ну, а дальше, вот, видите, здесь и разворотная недельная линия, здесь и волшебный индикатор, они как-то вот будут пересекаться. Ну, вполне возможно, что мы придем еще раз там его тестировать, либо обозначить еще раз разворотную линию недели. Ну, а можем и не дойти до нее. Вот такие ожидания. Но пока что сейчас мы находимся ниже волшебного индикатора. Ну, на минутках вот мы тоже находимся ниже и ниже другой трендовой линии. Но минутки — это, скажем так, внутри дня, это дело такое не совсем устойчивое, поэтому все зависит от того, как реально завтра после открытия и дальше будет вести себя цена. Но пока мы находимся ниже волшебного индикатора, ниже разворотной линии недели, вся дорога, как говорится, вниз открыта. Следующая пара у нас доллар-франк. Ну, какие ожидания у нас по паре доллар-франк? Ну, вот смотрите.
Два восходящих канала, как бы у нас нарисовались, два восходящих канала. Вполне возможно, что мы продолжим движение вверх, но мы можем еще откатить сюда до разворотной линии недели. Это 0,990,03. Это разворотная линия недели. Ну а выше чуть-чуть и разворотная линия завтрашнего дня. 0,993,57. Вот все зависит от того, закрепимся мы выше или ниже 0,993,57. Значит, придем, протестируем еще раз разворотную линию недели. 0,990,03. Но здесь же, видите, и она и то есть пересекается с трендовыми линиями, которые вот обозначили мы два восходящих таких тренда. Вот здесь же оно и пересекается. Ну а следующая цель вверху, если мы все-таки прорвемся и пойдем вверх, следующая цель 1,000,53 и дальше 1,003,50. Ну вот такие вот ожидания у нас по паре доллар-франк на этой неделе. Ну а если все-таки там можем пробиться ниже разворотной линии недели, то можем дойти до уровня 0,985,75. Ну а давайте посмотрим, что завтрашний день нам может показать, преподнести какие. Пока что мы находимся выше волшебного индикатора, то есть пока мы идем вверх и сейчас, и на открытии еще, ну, возможно. Но, видите, находимся вот выше трендовой линии. Пришли, протестировали ее сегодня, который новый нарисовала, и посмотрим. Мы можем еще раз, я говорю, откатить вот в течение дня до вот этой другой трендовой линии и здесь же разворотная линия недели. Можем сюда откатить, прежде чем продолжить движение вверх. Ну а вверху цели я уже сказала. Сейчас я не буду их повторять, но если мы переключимся там на разные другие таймфреймы, посмотрим, какие цели, где вверху у нас какие цели. Тоже дорога, в принципе, вот цель вверху на неделях только. На неделях цель вверху, где она, 1,035,09. Ну, не знаю, дойдем мы за эту неделю или нет, или все-таки где-то посередине остановимся, или даже того ниже. Ну, я цели обозначила, какие нарисовались. Итак, следующая пара у нас. Фунт-доллар. Следующая пара у нас фунт-доллар. А по фунту-доллару, видите, нарисовались два таких канала. Один восходящий, другой нисходящий. То есть, думай, как хочешь, да? Ну, пока что можно сказать? Можно сказать, что, видите, мы находимся прямо возле разворотной линии недели, они прямо здесь, и разворотная линия дня завтрашняя тоже где-то здесь на уровне, и разворотная линия недели 1,224,39, вот разворотная линия недели, все зависит от нее, пробьемся мы, пробьем ее, и здесь же, вот, видите, идет одна линия тренда, который нисходящий, вот, тоже мы будем ее тестировать, бить, это на уровне 1,223,98, ну 1,224. Пробьемся, закрепимся, значит, пойдем следующую цель тестировать вверху. 1,236,80. Ну, а если пробьется граница вот канала, ну, вполне возможно и закрепиться. Можем даже сюда дойти. Это 1,252,84. Ну, а если будем продолжать движение вниз, то вот цель внизу, вернее, даже не цель внизу, а нижняя линия восходящего канала, нижняя граница, вернее, 1,217,56, ну и пробьется и закрепится, значит, следующая граница, то есть это верхняя была граница нисходящего канала, а это нижняя граница нисходящего канала, 1,204,28, вполне мы можем сюда прийти. Ну а дальше видно будет закрепиться ниже, значит, можно еще будет продолжаться движение вниз. Ну а на завтрашний день, что нас ожидает на завтра, на 25 октября, вторник, по паре фунт-доллар? Давайте посмотрим. Ну, в принципе,
Опять-таки, видите, возможно, даже еще и завтра мы можем вот в этом диапазоне, скажем так, телепаться. Здесь и разворотная линия недельная, и здесь вот одна линия, одна граница нисходящего тренда, то есть канала, нисходящего канала, а здесь другая граница восходящая. Вполне возможно, что мы еще будем вот в этом диапазоне, прежде чем прорваться в ту или иную сторону. Но прорвемся, пойдем дальше вверх, ну, оно так как идет по нисходящей, ну, вполне возможно, я говорю, вот первоначальная цель — это разворотная линия недельная, это 1.224.39, ну а дальше пробьется, закрепится, значит, дорога вверх открыта, ну, соответственно, также самое вниз. Но пока что вот разворотная линия дня, возможно, тоже ее будет тестировать. Ну и здесь же находится волшебный индикатор. Все вот скопились, видите, и загнали опять в такой треугольничек. Ну, посмотрим, завтра день покажет. Ну и на очереди у нас следующая пара. Доллар-иена. Пара доллар-иена. Ну, в принципе, что фунт доллар, что пара доллар-иена, тоже нарисовала вот таких два. Один канал восходящий, другой нисходящий. Ну, правда, они не прямо ярко выражены, но ну, все равно. Боковой восходящий, боковой нисходящий. Вот. Какие ожидания? Здесь вот диапазон все-таки поменьше. Мы находимся, видите, между верхней границей нисходящего и нижней границей восходящего. Здесь же находится разворотная линия недели. Вот от нее как бы оттолкнулись, и 103.806. Здесь находится разворотная линия недели 103.806. И здесь же завтрашняя разворотная линия дня 104.022. Да, 104.022. Ну, при закреплении выше 104.022, значит, пойдем тестировать следующий уровень 104.716. Это будет верхняя граница восходящего канала. Ну, а если мы не пробьемся вот этой границы нисходящего канала, значит, придем на нижнюю границу вот восходящего канала. Возможно, вот здесь 103.521 где-то, и дальше вниз 103.151, следующая граница вот нисходящего канала. Ну и здесь еще ниже находится разворотная линия месяца, и чуть ниже вот он, волшебный индикатор на 101, там 494, ну 102, вот где-то здесь. Но пока что возможно, что мы вот тоже в этом диапазоне, прежде чем прорваться куда-то, то есть показать движение вверх или вниз. Вот такие ожидания на этой неделе, на неделю. Ну а завтрашний день, что нам показывает? Ну, пока что мы находимся выше волшебного индикатора, но видите, вот мы протестировали вот одну из границ вот этих каналов, которые я нарисовала, один восходящий, другой нисходящий, это нисходящие верхние границы нисходящего канала. Возможно, мы еще завтра будем в этом диапазоне. Ну, соответственно, повторюсь, 104.294, 105 где-то вот здесь, возможно, пробьется, закрепится, значит, пойдем выше. Но возможен в течение дня откат к разворотной линии дня 104.022, ну, пробой, возможно, закрепление, и придем еще раз протестировать недельную разворотную линию 103.806, ну, а можем же от разворотной линии дня пойти дальше вверх. Пока что мы находимся выше волшебного индикатора, это означает, что пока больше предпочтительно, больше будет движение вверх. Но видите, здесь тоже есть уровень сопротивления, то есть граница нисходящего канала. И посмотрим, куда уже все-таки решит, в какой канал, нисходящий или восходящий. Но пока что вот я цели обозначила. Вот такие ожидания у нас на эту неделю и на завтра, 25 октября, вторник. Ну а я благодарю вас за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии, задавайте вопросы, всегда с радостью, с удовольствием всем отвечу. Я еще раз благодарю за внимание, ураганного вам профита, хорошего дня, отличного настроения, замечательных друзей вам и поддержки близких.